City Holder наконец-то перешла в активную фазу. И теперь мы можем здесь прокачивать свой город, прокачивать свой доход и, конечно же, зарабатывать реальные деньги, когда их токен выйдет на биржу. В этом видео я покажу лучшие стратегии прокачки, что нужно делать в первую очередь и читы, которые мы можем использовать. Во-первых, я уже чутка прокачал свой город, поэтому мне есть что вам рассказать. А вам для начала нужно перейти в описание или в мой телеграм-канал и по моей ссылке начать играть. По-быстрому открываем приложение, придумываем название своему городу и вот теперь, чтобы быстро стартануть, переходим в раздел задания. Здесь вы можете пригласить пару друзей, подписаться на соцсети City Holders и на этом заработать монетки. Игра действительно крутая, поэтому думаю, что ваши друзья с удовольствием начнут в нее играть и зарабатывать деньги, тем более без вложений. Тот капитал, который заработали, тратим во вкладке «Мой город» в разделе «Строительство». Здесь есть жилые, коммерческие, промышленные, городские и особые объекты. От того, какую вкладку вы прокачиваете, будет расти либо ваш доход, либо количество жителей, либо все одновременно. И первая наша цель – это открыть все постройки. Для этого переходим в каждую вкладку и покупаем новые здания. Если нужная карта еще закрыта, то кликаем по ней и видим, что нужно прокачать для ее покупки. В первую очередь прокачиваем карты, которые дают нам новых жителей в город. Это постройки с синим индикатором. Для открытия всех карт у вас должно быть 200 тысяч жителей. И после достижения этой цели переключитесь на прокачку дохода в час. Это постройки с зеленым индикатором. Последняя вкладка «Особые объекты» дает вам колоссальный стартовый бонус дохода и жителей. Эти карты даются за подписку на телеграм-каналы, либо за приглашение друзей. Если хотите хорошо стартануть, обязательно прокачайте их в самом начале. Также, когда ваши друзья начнут играть в City Holders по вашей ссылке, вы будете получать бонусы за их активность. И собирать их тоже можно в разделе «Друзья». Вот так вот прокрутив чуть ниже и нажав «Собрать доход». Каждый день, когда вы заходите, будете получать бонус за вход и так на 14-й день. Просто за вход в игру вы получаете целый миллион. А теперь самое интересное. Все, кто играл в Nutcoin, помнят читерские нажатия двумя пальцами и сбор тысячи монет в секунду. Так вот, тут тоже все это работает. Зажимайте один палец на экране, чтобы появилась такая лупа, и вторым пальцем начинаете водить в разные стороны. Так за пару секунд вы получаете массу монет. И также в разделе «Бустеры» я рекомендую прокачать свой запас энергии и скорость восстановления хотя бы до 5 уровня. В будущем это вам сильно поможет. В общем, цель этой игры – как можно лучше прокачать свой город, как можно больше монет собрать и быть в топах рейтинга. За это мы получим совершенно бесплатно криптовалюту данного проекта, и когда он выйдет на биржу, сможем там ее продать и заработать реальные деньги. На примере похожего проекта Nutcoin, который раздал людям по $200-300 за активность, я понимаю, что здесь можно также круто зарабатывать. Поэтому переходите по ссылке в описании, играйте в City Holders. Также в своем телеграм-канале я даю больше информации по крипте, по этой игре и в принципе, как сейчас можно зарабатывать. Подписывайтесь на него и будьте в тренде финансов. Так что ставим лайк и до новых встреч, друзья!